Несемся по улицам Тбилиси. Казалось бы, для жителей этого города высокая температура не в диковинку. Но, как видите, летний зной и южанам дает себя чувствовать. А неподалеку, в окрестности города, уже начинаются туристские тропы. Отправимся и мы в путь по курортам Грузии. «Это одно из прелестнейших мест, мною виденных», говорил о Боржоме Петр Ильич Чайковский. Здесь, пожалуй, вряд ли кто останется равнодушным и к чарующей природе, и к знаменитой целебной воде. Можно не сомневаться, они вернутся домой окрепшими, полными сил и энергии. Как, впрочем, и десятки других курортов Грузии, ведь в республике более 1000 целебных источников, в том числе радиоактивные воды Цхалтуба. Они впрямь творят чудеса. Батуми, столица Аджарии, один из лучших черноморских портов. Много здесь иностранных туристов. Батуми встречает своих гостей теплом щедрого солнца. Вьется вдоль лазурных берегов Аджарии. В вечно зеленом убранстве и столице Абхазии Сухуми. В этом городе-курорте около 250 солнечных дней в году. И море спокойнее, чем в других местах побережья. Здесь не бывает сильного прибоя, а морская вода более теплая. Достопримечательность Абхазии – мыс Пицунда. У самого моря роща, только здесь сохранившейся породы сосны пицундской. Скоро здесь вырастет благоустроенный город-пансионат. А эти курортники отдыхают здесь без путевок. Они именуют себя дикарями. Этот уголок уже давно облюбовали автотуристы. Побывав здесь, трудно удержаться от искушения посетить озеро Рица. Теперь это место отдыха и массовых экскурсий. Thank you.
Как видите, есть где отдохнуть в Грузии. Даже если учесть, что мы показали далеко не все курорты республики. Да это было бы не так просто. Приезжайте на курорты Грузии, друзья. Их двери широко и гостеприимно раскрыты для вас.